Всем привет! Вашему вниманию представляю продолжение серии, посвященной игре против слабых регуляра. Какие самые распространенные лики регулярных игроков? Какие распространенные ошибки при игре со слабыми регами, которые делают вас самих слабыми регами? Как адаптировать свою игру под лики оппонентов? Тренер в ходе разбора раздач пользователей раскроет множество особенностей таких спотов. А полный вариант этого видео доступен на сайте PokerAbility со статуса «Ученик». Приятного просмотра!